приезжают, зерно покупают. Только зашел в храм, гляжу, приехали. Думаю, дай-ка я засниму их. Игорю надо машину, наверное, свою пойду убрать. Здравствуйте. Добрый день. А чем грузить будем? Лопатой. Лопатой? Какую лопату? Это Кун, Кун называется, Кун, чашка. Поднимает Беларусь. У меня не снимать не надо. Я не твой извините. Это наша территория. Тут мы можем делать и снимать, министра не спрашивать. Цена смехотворная, килограмм 4,50. Ужас какой-то. Уничтожение труженика сельского хозяйства под корень. Добрый день. Добрый день. А что нужно? А? С ковша надо будет горох скрипать. Это часа на три. Что он говорит? Помогать надо. Помогать надо? Ну так иди помоги, если можно. Переоденься там. Сейчас богослужение идет, а я вышел перед складами. Эта машина завернула вот так вот, потому что надо как-то подъезжать. Попросили сразу же помочь Исааке Стину.
все законное. А когда люди боятся, это или своровало, еще у вас все честное. Вам этого бояться не надо. А кто своровал? А у него гречку. КамАЗ дал. Дал расписку, и так не могли высудить. Отказался, и все. Лена, а который обманул гречка-то, на сколько судились-то? Сумма какая была? На 200 тысяч. На 200 тысяч накрыл. Я не был, и все. А когда снято, все было. А он расписался и говорит, я просто так подпись поставил на бумажку. Гречка. А человек убивался, и ну куда это годится? Мы русские люди. А я знаю. Ну, так разве это позволили бы какие-то там азербайджанцы или кто-то? Они же друг за друга, во. А это друг друга душат. У него не ворованное тоже. С поля не вылазит. Приехали с совещания в Казахстане, обрабатывают поле там от сорняков. Государство половину оплачивает. А этим ничего нету, соли. Казахстан, не Америка. В Америке так, если землю 3 года не засевай, за 3 года тебе заплатили, как будто зерно было. Я был там. Даже не верится. Япония маленькими участками, но национальная независимость. А здесь ничего этого нету. У каждого депутата сегодня оклад четкий, прямо 450 тысяч. А в колхозе там доярка, она получает, а что, 15 рублей? У вас есть это, корова? Нет, да здесь я... Какая корова? У него есть. А кто хозяин, вы хозяин? Нет, хозяин здесь вот он. Это его все. Игоря? Игоря. Вот этот племянник подошел. Даже он не племянник, а внучатка. А тут на Горшино дороги нету? Есть. Две дороги даже. Туда, дальше на Горшино ехать? Или... Так нет. А мы здесь все запрудили, я сейчас расскажу вам. А? Нет. Кому вам? Ну, до Горшино все сколько дороги? Ну, вот эта дорога старая считается, 15. По бугру. Вот сейчас только выехали вот сюда вот так. Только в низинку и сразу влево. И все, на гору поднялся, один поворот. Уже в Горшино. Мы тут все запрудили, все сделали, вода течет и не размывает. А рыбы есть? Ну, гальян да и карась. Те годы покупали карпа, ну мелко. Нынче подумали, прочистить надо, наняли, приехали. Пруд этот почистить, 1 000 000. Да. Тут, в уме или нет это? В деревне-то какой тут 1 000 000-то? Он покупает, почем он у вас? Я не знаю. Ну, это там договаривается. Мне без разницы. Ну, понятно. Я приехал, загрузился, включил спидометр и поехал. Ну да. В прошлом году было что-то 4,5 рубля. Килограмм. Уже горючий не оправдает. Ну не знаю, я не вникаю в эти проблемы, потому что все равно. Мне лишь бы мне заплатили, все, да. Вы берете то что? А? Да, берете что сейчас? Ячмень или горох? Горох. Горох, да. Это кормильцы. Он рядом с соседей, подстёпный он, Женя. У него 6700 гектар. Видишь, как неудобно. Все равно он где-то засыпется и стоп повалит. О, горох на фоне храма Христа. Господи, благослови Игоря. Дай хороших покупателей. Пойду. Помолимся. Это вот под открытым небом у него ячмень. Нынче хороший урожай.
ну, хороший по местным меркам. Было там 18 центнеров, что сейчас нынче 40 или 60 даже. На разных полях по-разному. Кончилось богослужение, вышли, а погрузка все еще идет. Ну, батюшки не было, служба намного короче. Пришлось проповедь сказать на 1 Коринфянам, 10 глава, 6, 11 стих. Что есть образы? Вот брат Игорь грузит. Горох маленько просыпал тут. Посмотрим. Как он между столбами едет, как не задевает. Господи, помоги и благослови ее. Ох, как здесь, какая красота. Вот. В прошлый раз это 35 тонн, что ли, сразу загрузили, отправили. Это у него сушилочка, зерно посушивает, трактор. Приехал, ничего не было. Почему труд, благословение? Аллилуйя, аминь.